сейчас случайно. Мы любим вас. Как правило, шкатулку не принято дарить пустой. Я думаю, что она вас очень прекрасно... Вы останетесь довольны. Это волшебная шкатулочка, где есть такие... Где мечты... Открывай! Друзья, как в программе «Поле чудес» себя ощущаешь? Можно. Это можно показать всем, кто вокруг? Что это такое? Друзья, это что такое? Это драгоценный или был драгоценный камень? Перстень 22 карата сапфира. Боже мой, я все, мне кажется, я хозяин Медной горы теперь. Послушайте, ну здесь что-то еще лежит. Послушайте, ну это, по-моему, самый большой камень вообще в моей жизни. Я особо не носил, но в 40 лет я задумался, вы знаете. Кадежат, ну это просто невероятно, я не могу в это поверить. Ну, спасибо, колоссальное. Боже мой. Спасибо, друзья. Ну что, мечты сбываются. Я с большим удовольствием буду носить это на очень важные мероприятия. Феи, просто феи. Они просто волшебницы. Вы даже знаете, что мне они подарили. Поэтому, друзья, продолжаем. Поговорим за кулисами. Это развернуто. Это первое. Нет, первое же не первое.